Каков народ такой, хотели бы? Хотели бы то, что заслуживает народ. Я при полном убеждении, что в течение часа все вопросы можно решить. Родов, депортации, колонизации, выход один сесть. Мы ведь не садились за стол переговоров на правительственном уровне ни один раз. Первые три тура переговоров привели к радикальному решению всех наших вопросов. Но экстремистам и ястребам такое решение не понравилось. Они начали готовить здесь военную агрессию. Людей с больным воображением. Мирному режиму. Только мирному. Но он есть. Я говорю, что другого пути нет. Его можно в один день решить. В один час. Другого пути нету. Если даже стереть все населенные пункты и горы Кавказа сравнять с землей, все равно от природы дарованный дух нации своей свободе. А что касается победы и поражения, в такой войне победителей и побежденных не бывает. Проигрывает оба. Ahead of you.